Собачки-облако или сахарная вата, бишон-фризе очень популярные. Покладистые, подстроятся под любого хозяина, подойдут как компаньоны. С ними можно смело участвовать в выставках. Но без тапочек, что зимой, что летом, им не прожить. У собачек нежные лапки. Тапочки нужны вот данной собачке для того, чтобы защитить ее от грязи в городе. Первостепенно. Пыль. Масло машинное, стекла, колючки. Все это может повредить собачке ножки. А второй момент – это гигиена. В основном владельцы собак не верят, что питомцы перенесут на лапах инфекцию. Согласно с этим и ветеринары, домашние животные не приносят с улицы опасные для человека болезни, в том числе и коронавирус. Вопрос спорный. Скорее всего, так переноситься вирус, передаваться человеку не может, потому что человек заражается воздушно-капельным путем. Более того, еще не доказано, что собаки и кошки в принципе могут заразить им человека. Так что, говорят ветврачи, даже если ваша собака пробежала по асфальту, где ходил чихавший коронавирусный, вы не заболеете. Некоторые владельцы во время пандемии начали обрабатывать лапы собак антисептиками. С этим надо быть осторожными, предупреждают врачи. Они могут пересушить животному лапы. Но серьезного вреда антисептик питомцу не причинит. Если есть желание протирать, пусть протирает. Нет желания, значит, пусть не протирает. Нужно ли мыть лапы после улицы? Мое личное мнение, что лапы мыть нужно не только в связи с пандемией коронавируса в мире, но и просто в силу общегигиенических каких-то мероприятий. Лапы можно помыть и простым мылом, и шампунем. После обработки антисептиком подушечки нужно смазать обычным или специальным собачьим кремом. Все как у людей. Кстати, на улице животные больше могут навредить себе и принести блох, листов, лишай. Поэтому не стоит пренебрегать профилактикой. Лично я на своего питомца надевать тапочки не планирую. Тем более на крупной собаке это будет выглядеть как минимум нелепо. Я просто после прогулки, особенно подобной, мою лапы и не опасаюсь за то, что он причинит вред моему здоровью. Тем более, что на земле больше опасности для самих питомцев, чем для людей. Поэтому не забывайте ставить прививки, обрабатывать от клещей и паразитов. Тем более сейчас самый сезон. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.